Если человек не может вам и себе ничего пообещать, вы не можете опираться и надеяться на него. Будьте бережны к себе, внимательны к вашим близким, с которым у вас какое-то чувство наподобие любви рождается. Посмотрите, протестируйте, любовь ли это. Если не любовь, а просто минутное увлечение, выйдя с достоинством и с благодарностью партнеру, чтобы не врастать глубоко друг другу корнями. Идите дальше своим путем в поисках вашей любви. И, родненькие мои, не соглашайтесь на меньше, чем любовь.